Сегодня 8 сентября 2016 года, четверг. Мы закончили копать. Ужасная нынче земля, слипшаяся, как будто бы асфальт какой. Я посчитал 2270 лунок. Мне пришлось вилами копать, особые вилы такие. А тут вот дошли у них тыквы. 11 метров плеть, посмотрели только. Вот. И за нами ходит кошечка. Ездить ходить-то нельзя было, тут заросли такие были. А теперь она зашла сразу же за нами. И смотрим, один раз поймала, второй раз охотится. Дорогу делали, так далеко от деревни, в сторону. И она приходит туда, но... Да хорошая коша, вот она испугалась, иди. Мышатница такая, да благословил тебя Господь. У нее слух отличный. Вот они, наши мешки. Спрашивает, а сколько накопали? Да не знаем мы, сколько накопали. Да как так? Да так. Не знаем, да и все. Никита пошел. Сам наклал и сам поднял и отнес. Вот так, Никита. Вот Володя здесь. Мешки разные, ведра разные. Как бы вешали, то знали. Сыпем как бы по 3 ведра. Одно ведро 15 литров, а другое 7. У одного одни и те же 7-литровые, а у другого больше. Вот так. Ни ведрами, ни чем, и килограммами не измерить. Только последнее собрали, мелочь только завтра. Мне уже некогда, надо спешить голубей кормить, поить. Иначе они в сумерках уже ничего не будут есть. Володя что-то пошел. Мелочь, видно, понес. Я издалека. Показать тыкву. Тыкву-то подошел показать, а не показал. Какая тут тыква. Земля-то тут прекрасная. Вот она лежит. Ну, чтобы понятно было, какая. Вот я ставлю на нее сапог свой. 46 размер. Ну, и она не вмещается. То есть, по стороне еще. Ну, так 46 размер. Такая тыква. А тут еще больше лежат. Вот так. Это поднимает, пошел. И вот интересно, над Потеряевкой. Все время идут с севера на юг и с юга на север. Над Потеряевкой. Прямо по прямой линии. Там он в стороне перечеркивается другая линия. С востока на запад. Я имею в виду след инверсионный от самолетов. А вот этот прямо-прямо над Потеряевкой. Целый день туда-сюда снуют, как мыши. Куда-то же летят люди. Ну, а мы молимся, чтобы самолет не упал. А то наши пруды расплещутся все. Скажут, вот забота о прудах, а как люди. Ну, о людях-то мы молимся, чтобы не упали. Почему у них парашютов нет, понять не могу.